Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас с вами в четырех стенах, и это многим дается нелегко. Это нормально, мы не привыкли без друзей, спорта, прогулок. Но есть те, кому в четырех стенах гораздо сложнее. Я сейчас говорю о ребятах, о маленьких пациентах, которые проходят лечение от сложных заболеваний, в том числе онкологических. И знаете, разные клиники, в том числе центр имени Димы Рогачева, сейчас испытывают огромный дефицит в донорской крови. Вы понимаете, почему? Я лично знаю ребят, которым в ходе операции потребовалось переливание до 2/3 от их количества собственной крови. Спасают не только врачи, но и доноры. И если есть такая возможность, я прошу вас лично, пожалуйста, приезжайте в центр имени Димы Рогачева. Станьте донором. Как проехать, заказать пропуск и записаться на прием, узнаете в ссылке. Будьте здоровы и большое вам спасибо!